Звучит рэпчик, хорошее движение. У нас сегодня в Киеве воскресенье. Танцует Катюша. Приятно слушать пацана, который нормально читает. Я сейчас не про себя, я про того француза, а может пакистанца, который Катю развлекает. Припевчика нет. Припевчик есть, я просто не знал, где он вступает. Нормально мой малыш кивает задницей, ягодицами, руками двигает, словно бабушка спицами. И если присмотреться, то видно, что ей не стыдно жить на этой планете. Все мы красивые, повзрослевшие дети. Камера, стоп, мотор!